Добрый день. Ну вот, пришла мне вторая посылочка. Пришла вторая посылочка с рубанками. Я не показывал большой ящик, потому что был огромный ящик, весь со всех сторон обложенный. Вот. Принесли прямо домой. Вот. Ну вот хочу вам показать, сколько мне эти рубаночки обошлись. 95 гривен, то есть 95 долларов стоили 2. Вот. Ну и плюс доставка, вы видите, 88,65. В сумме 183,65. Вот. Я зачем это показываю? Я хочу вам рассказать, что в принципе на eBay, если хотите купить пятерочку Джека, то она в принципе стоит где-то 1-1, стоит порядка 115 долларов. Это без пересыла. Но это чтобы, если нормальный рубанок покупать. Вот вы можете представить. Я, то есть получается, я за одну цену, даже меньше, чем одну, купил 2. Ну, правда, за пересыл заплатил много, но зато домой прямо принесли. И отслеживал по интернету, где посылка находится. Ну вот, хочу вам. Я большой ящик не показывал, чтобы сюда не нести тяжело. Сразу перейду к маленьким. Вот они были запакованы отдельно. Вот такие ящички. Сейчас посмотрим, что у нас тут такое. Ну, на фотографии вот, были они просто великолепные. Вау! Смотрите, какой красавец. Гладенький. Шикарный аппарат. Я на резинку ввожу, чтобы нож не повредил. Опа, вот второй. Вот это запаковали. Вот второй. Ну, так как я их видел, такие они и пришли. Один с таким вырезом, как запятая, а второй прямой. Вот. Вау! Класс! Хорошая. Мне нравится. Вот. Аппараты шикарные. Опа. Легко все. Внимается. Вау. Какие ножи. Да, лягушка. Не разболтано, посмотрите. Ух ты, не сдвинешь. Значит, не разболтано. Ничего. Ничего ржавого нет. Вот такое впечатление, что прямо с магазина. Но это видно из-за того, что человек, вот, которого я купил, видно, хорошо за ними следил. Да, вещица. Сейчас посмотрим на этот. Подошва гладенькая. Вау. Ручка немножко, это специально, чтобы удобно держать было. Да, хорошие аппараты. Попробуем, будет ли снимать. Правда, я этот снимал лягушку, поэтому не знаю, как оно будет. Так. Какую-нибудь деревяшку. Вот можно еще отстроить. Шикарно. Так, надо поставить на дерево. Или на бок. Так, посмотрим, как этот. О, этот получше. Ну, на этом я лягушку снимал. Поэтому
Хороший салатик. Да. Так, что же делать с этими? А, давайте посмотрим, как здесь лягушка. Опа. Ножи Stanley Made in USSA. Вот. Здесь. О, тоже не разболтан, классно. Это хорошо. Потому что вот в этом моем первом маленьком, вот вы видите, у него разбито. То есть надо или заклепать, подклепать. Вот. Когда-нибудь займусь. Да. Шикарные штуки. Вот. Ну что, может какой-нибудь один продать, если кто захочет купить. Так, какой мне больше нравится с прямой. Потому что у меня этот тоже с прямым. Уже были одинаковые. А вот этот, пожалуй, можно и продать. Если кто захочет. Вот. Ну все, спасибо за внимание.